Юрий из Красноярска спрашивает: «Я отец, хочу уйти в отпуск по уходу за ребенком и продолжать работать не полный день. Возможно ли такое?» Соответственно, трудовым кодексом, статьей 256, предусмотрено, что в случае, если лицо оформило отпуск по уходу за ребенком, то ему предоставлено право по его заявлению во время нахождения в отпуске по уходу за ребенком работать на условиях неполного рабочего дня. Поэтому, в принципе, такое допускается. Федор из Канска спрашивает: «Моя сестра сейчас находится в колонии. Будет ли в этом году амнистия?» С начала этого года несколько раз вносилась в Нижнюю палату парламента инициатива о применении амнистии на территории Российской Федерации. Однако ни одна из инициатив не нашла своего одобрения в Государственной Думе. То есть на данный момент нормативно-правового акта, утверждающего амнистию на территории Российской Федерации, в 2017 году нет. Иван из Енисейска спрашивает: «В дачном товариществе около моего участка прорвало трубу, которая проходит под землей. Кто должен нести ответственность за ее ремонт? Я, водоканал или председатель товарищества?» Все зависит от того, в чьей эксплуатационной ответственности находится, соответственно, данная труба. Поскольку в данном случае, если магистраль, которая, соответственно, проходит рядом с участком, то в данном случае, вероятнее всего, сетевая организация, там, видимо, водоканал, несет ответственность. Но здесь, соответственно, рекомендуем обратиться, соответственно, к председателю дачного общества с целью того, чтобы посмотреть акт разграничения эксплуатационной ответственности и установить, в чьей ответственности эксплуатационной находится эта труба. В том случае, если это ответвление проходит непосредственно к дачному участку, то, вероятнее всего, соответственно, ремонтировать трубу необходимо будет собственнику этого участка. Алексей из Лесосибирска спрашивает: «Приобрели часы, гарантийный талон сохранился, а чек нет. До окончания гарантии остался месяц. Обнаружилась поломка, перестала идти одна из стрелок. Можно ли в этом случае отремонтировать по гарантии или вернуть деньги?» Вы имеете право на гарантийное обслуживание. Факт отсутствия товарного чека, подтверждающего условия приобретения, не является основанием для отказа в ваших требованиях. Вам необходимо обратиться с досудебной претензией к продавцу. Федор из Красноярска интересуется, допустят ли меня до экзамена в ГАИ, если есть задолженность по алиментам. В настоящее время до экзамена в ГАИ допустят, однако необходимо иметь в виду, что право на управление транспортным средством может быть в дальнейшем ограничено судебным приставом исполнителем в связи как раз таки с задолженностью по алиментам до погашения этой задолженности. Марина из Красноярска. Знакомая дала на время ценную вещь, я ее потеряла и предложила возместить ущерб, а она грозится идти в полицию. Есть свидетели, что вещь отдана добровольно и без расписки. Что делать? Утрата вещи, переданной вам добровольно собственником, не является компетенцией правоохранительных органов и лежит в плоскости гражданско-правовых отношений. То есть вы обязаны возместить стоимость утраченной вещи собственнику. Рубрика подготовлена при поддержке Красноярского регионального отделения Ассоциации юристов России.